Сегодня у нас на показе нож от компании Beaker Plus. Это модель под названием Quicken. Привычной гарантии на эталон. И давайте по ножу. Корпус выполнен из титанового сплава. Сталь VG10. И сразу расскажем, как он, и покажем, как он раскладывается. Это флиппер без насечек, но его хватает для того, чтобы провести нож в разложенное состояние. Дизайнером данного ножа является Лукас Берли, ну и его отображение на клинке в виде гравировки. Что по стали VG10? Глубокие вогнутые спуски, или так называемые hollow grind. Ну вот, я думаю, видно. Та привычная линза. Стальные лайнеры не имеют облегчений, и нож еще дополнительно утяжелен таким вот мощным бэкспейсером в задней части. Имеет заостренную геометрию, и возможно этот элемент может послужить таким вот стеклобоем или там в таком положении, наверное, даже кубатаном, то есть ушатать им можно. Что по осевому узлу, сразу скажу, здесь у нас система открывания складных ножей IKBS, и она, собственно говоря, маркируется вот на клинке. Обработка клинка Stonewash. По форме клинок, наверное, будем его называть Offset Point. Да? Немножко такой вот есть. Сдернут нос. Спуски достаточно высокие. Сведем порядка в 0,5 мм. Замок надежный. Всем известный Liner Lock. Ну и давайте уже по характеристикам. Общая длина 213, нож немалых размеров, длина в сложном состоянии 123 и вес его 153 грамма. Да? Я буду последовательно говорить, что все, что больше 100 грамма, уже такое прям на любителя. Клипсы практически незаметны на корпусе, но свой функционал выполняет, достаточно прочная, ну такая вот, малых размеров, откровенно говоря, имеет прорезь сквозную и крепится на два аккуратных торкса. По сборке вопросов нету, все строго по центру. По механике нож тоже хорош, отлично флипует. Сталь АОС 8, 57-59 по Роквиллу, как правило, обработка Stonewash. Флиппер и длина клинка 90 мм. Ширина 21 и по обуху 3,2. Ну что, Берли, Лукас, нож Quicken от компании Beaker Plus. Всем спасибо, скоро увидимся.